Потом лететь оттуда. По фасту брать трансмутации. Ай, сука, хуй. Это то есть мне надо будет потеть, ёпта, хилить, блядь? Усилки посмотри свои. Не, у меня усилки не хилит. Ну твой хилит. тупо постоянно хопал. Хопал. Сука, я только хотел глиста алмаз заебать нахуй на ретрик. А где слышишь, погоди, мастер зелье сбрасывается? В Зангартопе? Не помнишь? Ста, я кажется, ролю на ДД. Мне кажется, все это сбрасывается в шатрате у одного тренера. Mm-mm. Он сбрасывается, тебе надо лететь до другого тренера в ебаные ебеня нахуй, чтобы как сбросить. Тогда не скажу. У чулана спроси, чулан вроде точно. Вроде Зангартоп, нахуй. Так, пойди. Ой, там баночки где? Будут раздаваться на десяточку. Пойду кофе себе пока найду. Начинаем бить трэш, я вообще-то восточных чумных землях. Ну так тебе надо лететь в целка, потому что у нас локов нету. Турбо! Блин, ну а как я туда прилечу? Я не знаю, как хотите, делайте что хотите. Время идет. Турбоч, выходи с целка, сейчас я подлечу за самой. А, он пошел кофе как раз наливать. Турбо, ты тут? О, блин, ушел. Не, маг у нас есть, заебись. Кто-нибудь тут вообще есть? Есть, что такое? Мне, короче, нужен один оранжевый камень алкашки. Ну, блять, какой? Аметрин? Да, вроде аметрин называется. Сука. Я только улетел, блять. Что я тебе ГБ поставлю? Да, в ГБ его нету. За УД сейчас возьму. Блять, я вот тоже забыл, хотел турбо попросить, чтобы он мне сделал на полирольку. Вот если меня выкинет, нахуй, в ДБ там дал ранее, я буду очень недоволен, блядь. Парь. А я что же делаю? Я ж не тебя выкидывать один? Из Долорана. Один? Да. Один. Аметрин? Оранжевый. Да, оранжевый. Алло, ребят, меня слышно? Да. Конечно. Угу. О, будем славчик. У Войда там есть какой-нибудь там АДКшник? В рейде нет. Нет, там вообще типа. Просто у тебя там вроде там АДКшник был там. Типа такой же ник будет Frozen, вроде, да, что-то да. Такое. Спасибо. Блять, а это же ведь и ты же ведь из Новосиба, да? Ну да, да. О, бля, Зёма, ёбаный в рот, я постоянно тебя, блядь, и путаю. С кем? Да у него там дохуя просто, там АДКшников, я, блядь, и забываю. Точнее, блядь, не АДКшников, а типа, блядь, и персов с таким ником. Я смотрю, он не он. Короче, рейд нормальный, только надо, вот, то есть без лока, нужно бежать в инст побыстрее и начинать бить все это говно, это все легко убивается. А так слышно, нет? Да. О, ебать, наконец-то. Че там, кого камень какой нужен был, ЛКшный или БКшный? Все, уже не надо. Надо его убавить. Громко сильно, я могу сделать потише просто. Да, потише сделай. Я тебя просто... Блядь, я его сейчас такой. Не слышать, то есть буду, ёбаный в рот. Так, пойдёт? Да, иди. Всё, расскажи. Раз, два, три. Ой, блядь, на, убавить всё-таки. Всё, все здесь, пошли вы. Вроде нормально должен быть. Так, ну вроде я засумонил рогу, это да, всё. Нужно больше ярости. Безумка меня подставляет, блядь. Безумка тут? А чё ты хочешь? Сегодня не будет
Чё, у тебя же есть холипал, я знаю. Но... Не, у него до этого был холипал. Нет, давай уж. Он сейчас переделал спик. А чё там турбо бормочет? Говори, по телефону разговаривает. Чё, блин, по 5, внимание, да? Объявление. Я ролю на БДК ДД. Спасибо за внимание. Кольцо анрол. Мысли, блядь. Мне так оно и нужно. Сразу. Ой, кольцо, ну-ка. Разрушающее кольцо гниломорта. Мне кажется, мы сейчас ни в какое ЦЛК не пойдем. Кольцо офигенно. Нет, по ГП будем забирать. Я не знаю, 10 раз больше. Так, короче, я МП5 разбафал. Не похуй. Ну и все, Гвантус, каски. А ты кулаки еще бафай по миликам. И давайте пуляйте, у Гвантуса и в Нарчу стоите. Тут инс проходит за полтора часа, здесь у мобов мало хп. Только по-тупому не дохните. Хули в этом долго. Я дозор, по-моему. Здесь паладин ему хуярит, да, или вот я проверю, блин, выйдет. Что значит, здесь хм за кольцо? Давай мобов держи. Вот то, каких мобов? Таких. Пишет друга. А с кем летит-то? С Гузером. Гузер, сегодня твой триумф. День Х. А ты вообще хилить будешь? И... Хотя десятки не для там моего света. Будет, мне кажется, на каких-то боссах. Ну, Синдра, скорее всего, Синдра, и Лич. Проф, не знаю. Не знаю, как они будут хилить. Я в Кузере еще. Мастер, я тебя спасу. Сука, да что я, что турбо, подошли его мечами, заебали. Какой мастер? Сначала сыграть. Мастер обезьян. Да, правильно. Тут если что, ребята, все знают тактику. Если вы будете говно какое-то исполнять, то будете выслушивать говно. А пока что я буду молчать. Ой, да я каждый слушаю его от тебя, и ничего. Напугал. А если ты говно, то ты говно. В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке есть по 10 грамм какашек или даже полкило. Ну а в дяденьке и в тете там уже какашек больше, а бывает, что и вовсе целый дяденька говно. Завязываю, наверное, я так покушаю. Ну а зачем ты пошел в рейд кушать? В рейде надо бить. Ланчи сделал, все нормально. Ну сейчас допиздите, зеленый вагон. Да, вот. Ой, да развернись. Не-не-не, давай без моменталок, давай ножами. Турбо. Отверни, отрежь. Безумка, от рейда слугу всегда отворачивает, он идет фронтальный аулер по всему рейду. Чё, как думаешь, какой квест был? Оп, на квест. Какой квест? Где квест? Так, там я ради квеста и трини иду. Где боешки трини? Ой, где боешки? Чё, там великан, что ли? Нет. Турбо, ты же знаешь, на кого МК повешать? Да, знаю. Но у нас есть мощная сова. ДК там... И покидай, из пожалуйста, на... Будет поставить ГБ? На робо с пула. Чё поставить? ГБ. Тихо.
А чё, приз там бахнут или хита фьюжит? Ща бахну, подожди. Чё хочешь-то? А СПДХ сделаешь один? Угу. А я тебе метриндал дал? Угу. Всё нормально. Сейчас поем только. Пласку дать? Ты у меня 42, не хватит. А что, сапроты пьете или на СПД? На СПД. После этого босс сделал хорошо. Да, да, конечно, да, там время будет. Что, уже гуляем? Что-то я вообще может быть. Нет, блядь, стоит. Герб. Вот. Или нет? Блять. Я думаю, чего у меня так мало не мало. Шип. Ясно. Взирать интерес его. Царь на ХП. Да ёпта мать. Бля, вы чё, угораете? Так чё, а чё он прилежал, встал? Я вообще... По шипу-то играть будем, нет? Или чё, блядь, надо в босса только играть? Да давай залю кому-нибудь. Все, я прочитал. Шип. Оперативнее по шипу, блядь. Дрой далеко. Я захотался. Шип. Да сука! Бузер хиляй нахуй. Что, может, просто в босс сейчас играем? Играйте в босс. Играй, поле. Да, и нормально. Убивай. Билан, тут к тебе просьба. Кидай по себе каску, а потом прото на 10 минут и обновляй. Турболут забери. Бузер, песня.
где мой квест? Кто? Кто твой квест? Какой? Ты лут забрал? Да, я забрал все. На тебе, Джис. Сейчас скину. А где ты чувствуете? Вы здесь потому, что... Вот ты турбо-говнюк, а! Вы понимаете, что на почему? Взял меня, потерял. А, ты я не видел. СПД крип, да? Все верно? СПД хаст. Смотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Не мон... Мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве. Спасибо, Торбо, ты настоящий друг. Квадратор где? Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить ее. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Отбежали. Сова, с тебя вихрь. Умеешь кидать вихрь? Не-не, я удалил тут тоже. Вот, вытащи на единичку и кидай, кого контроль возьмет. От того, как ты будешь кидать, будет зависеть успех на это. Не подам это. Втрешь, все будут играть, и робы тоже. Есть предложение, там трэш под босса. С одной стороны листуху уходит трэш. С одной. С одной. Есть предложение, весь трэш под босса, там ДК вызовет бомжей и приведем там за пару трэш. Даже можно за один. Да, они сейчас не багуются в телефонах. А ты думаешь, мы нет, три ляма за один и так не переведем? Ну, конечно, переведем, я и говорю, за один трэш. Убивайте, сбьем, как обычно. Так, там что, бафнуть надо, да? Да, надо бафнуть, убивай-то по себе каску на 30 минут вешай, а потом бафаешь по себе прото 10-минутную. Рыба есть. 15 секунд, дверь открою, жена пришла. Выгони ее из дома. Чтоб не ходить туда-сюда. Молитва тьмы снимите. Точно. Забыл. На этом боссе только не пей. Надо подождать. Ты напомни мобов, каких кому бить. Мы без всех бьем. Всех зергайте мобов.
Всех бейте, потому что здесь пока они касс не дали на себя. Ну, значит, тогда лучше всем. Тогда убивать тех, которые с... Это, с маной. Которые с маной кидаешь. Дотки, хуётки, всё это хуйня. Все готовы. О, вам играть. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Ты не в силах противиться моей воле. Фу, ёпты, ты же мат. Переводит. Набирай агро. Центр. Рост. Моб. Моба заливай. Под босса и заливай. Танки таун. Дергаем босса, от духа отбегаем. Давай, стери. Контроль. Противиться моей воле. Дал фир, нет, не так. От духа отбегаю. Бьем. Моба залили. Бьем, бьем. Набирая бро, скинулся с таки. Меня захиливаем хорошенько, Войда. Просто хилим меня и все. Ну, меня-то надо духом пройти. Хилим. Ну, меня, блядь, мастер нахуй убил, ёбаного цела. Поднимаю. Бузер хиль меня нахуй. Ну, дай шок какой-то и нормальный. Всё, звено. Пробиваем. А ты умер в контроле был или что, просто не катался? Да. Умер от того, что меня убил ШП Вандом с контроля. А, все, все, понял, понял. Не, ну я-то его же контролил. Пошли, не, дальше. Я тебя не Вандом, Вандомом убил, я тебя... Да пошли Папа. Дальше, блядь. Трэш херачим. А что, сапоги можно забрать же, да? Нажимай кубик. Так, вопрос. У меня лежит две шмотки. Чё с ними оставлять пока у себя? Чё за шмотки там? Там пуха на танк и шея на танк. С ребра. Не знаю, кому надо. Мне не надо. Разроль. Не, на успех. Круто.
пуху мне двое надо, он с каким-то любом ходит. Там 230-ми. Ну, выкидывай на ролл. Да, все по честному. Да просто дай мне все. Ой, эти корабли быстрее. Блин, может быть пятый спек ФДК танка собрать. Безумка, кидай турбу с собой. Ранцы берем, не забываем. Быстрее на корабль. Я в пушку на это. Турбойс. Кто выкидывал ролл? Этот, как рыбу поставил, рибафнуть паладину. Че еще раз? Я не расслышал тебя мне. Рибафните паладина. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Мактар-Агар! Горкрон, взлетаем! Дван, ту сказочку по себе дай, пожалуйста. Блин, а у всех пингует так жестко. По себе, пожалуйста. И протон. Да, уже дал. Что, назначил кого? Нет, на пушку. Биван, не бах, вторую пушку. Ой, это, не бах, кто, это же танк. Сейчас кто там? Ну давай, я сяду пока. Давно не стою в пушке. Да вон мы с собой посидим, вы бейте. Ну, давай, сова, в пушку. Садись, что ты стоишь там. Побегай, Убивантус, побегай, Убивантус, Убивантус, побегай. Как убрать эту хуйню Дискорда, которая справа вылазит? В Дискорде в настройках игрового оверлея.
И в пушках там кто сидит, и вы можете по оружейникам там пострелять, и по ним там урон вообще спокойно проходит. Вы бы их уже убили. Они бы не вырастали. Не проходит теперь. Проходит. У меня проходит нормально. У всех все проходит. Че вы там выдумываете? Кстати, не понял, что там шейна танка никому не нужна? Я кидал на Роуз, что? Да не надо. Мне вот интересно, упадет Тринка или нет, потому что если упадет, будет вообще охуительно. Ебать! Да ладно! Надо кому-то вечная зима. Давай, на ОП, чё. Паролим, сова, паролим. Я же надо было магом идти. 100 сотка просто. Это на щит. А, это на щит, ну ладно. На ОП, на ОП, спер. А трубу-то ролим или чё? Трубу ролим или чё? Так вон ролит. Да, он шипы 40 выкинул. В смысле, вот двушку я кинул на трубу же, правильно? Или вы сказали, что вы там про щит говорили? Первый, вот, блядь, после трубы у тебя что идет? Да, двух. Где убивант? Ну. Сак-сак. Запустил. Ура! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Только что присоединись ко мне, отец. Биланту сказка б не прошла по холи палу. Ебав мне еще раз, пожалуйста. Угу, спасибо. На эту рыбку есть, надо кому. Че, отдал? Погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец. Трубу отдал. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочке значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Все, все там нормально. Ты не кипишуй. Не суплочено. Так, блядь, а вон слушал. Давайте рот. Веселитесь,
Вой! Вой! Кули надо. У меня ДПС все равно больше. Пошел в жопу. Ролем. Дайте кулак. Короче, будем мне голду отдавать за шмотки в конце рейда. Не буду я вам отдавать, блядь, с лобби своими шмотками сидите, ролл кидаете. Схуяли, блядь, на холле паладина, так хуел я, что ли? Не, на холле паладина отдам, а они вон там, не знаю. А мне на холле приста. Да не, нихуя. И чё, сколько шея будет стоить? 10 тысяч. Ты, блядь, пошутил, что ли? Ну, конечно. Нифига расценки! Я ж, блядь, пивом подавился, ёбан, где такие цены видят? Надо кому-то. Давай я возьму. Да ёбаный в рот, а! Продам 50. Ну давай дорого, а! Ой. Да ладно, я и... О, а тут два... Тут два токена, нифига себе. Давай сюда. Да в смысле, мне это нужен? Выиграл, блядь. Я упал, отдал, нормально. Одеваем пухов, короче. Зашибись. Да вы идите нахер, а? Я нахуй упал, ролил. Тихо, не орите. А это, слышь, а первая печенька кто забрал, кстати? Рога. Рог тебе надо или ты продаешь? Зачем роги? Пожалуйста. Короче, Вальку бейте, ёбана в рот, помимо разговоров. Ярим. Это, ну чё, шею продашь кто-нибудь, нет? Шею я бы выиграл по роллу, если чё так. Не, ну я и спрашиваю, продашь, нет? Нет. Вторую Вальку. Продам ленточку 10к. Яс, нельзя быть такими меркантильными. Ладно, уговорил 20к. Почему я вам бафаю горд, а вы мне кулак бафнуть не можете? Тебе же сказали, мы меркантильные. Мало берешь, больше давай. Ну, я не такой жадный. По 500к за... Ой, по 500 голды за приста баф. Ну-ка, скинулись. Диспель. Еще диспель. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мобов кучу, танки. А я смотрю, ЦЛК вообще жестко, да, понерфили? Ну, обычку слабил. 25. Да нет, не понерфили просто. Не, просто я ходил сколько? Года, наверное, полтора-два назад, но здесь, чуть, по-моему, потяжелее было. Полтора года назад она не стояла тут. Я про X10 говорю. На X10 просто раки одни играют. Ну, большинство. Поэтому я там не играю.
Тут я и думаю, что-то раков много появилось в последнее время. Чё, пиздюка же вначале? Притяжка и в угол. Ловушки поснимали? Снимайте с той стороны и моба ведите в центр. Ага, привели. Мобов пошли бить. Не достаю, слишком далеко. Одна под боссом, одна в ринже.
С Герой будем бить? Давай, Геру. Под левой ногой. О, отошел бы ты в рейнджу. Почему бить не могу? Ой, двигаться не могу. Народ, фишка какая-то или что? Почему двигаться не надо? Как твой ник? Мазератик. Бойзе, прохиливай танка. Танка прохиливай. Под танками, пельмень. Что это за говно? Нахиливаем, бей. Диван тут забирай. В РДД одно. Поцелуй, пельмень. Не, он двигаться не может. Да, я вижу. Я для других. Это тебе наказание за то, что сразу в рейндж не встал. Ну, блядь, хуёвое наказание какое-то. Релок не поможет. Я не знаю, вообще не ловлю споры, чувствую себя замечательно. Запястья. Кисти рук не нужны, если хочешь, отдавай на дис. Нахуй пал соберешь. Да ебаный. На рдру. А что-то делай с собой. Логаться пусть. Ну, пусть логается. А что, кстати, за приколюха-то? Да это боксерва какой-то. Это друг мой. Это карма. Сирус. Ну или карма. О, Турбыч, ты два брюля схватил, что ли? Три. А где ты что-то сказал? А вы ДНР да, не ролите? Мерзавец. У меня еще любовь на руку упал. Ну давайте, давай. А то мне так хорошо сегодня целый день. Я вижу было. Только два, слышь, Торбич. А, три вижу. Брюли им там падают. Это ж вон ДК упал. Очень интересно. Прям я рад за вас. Честно.
Так я полтора куска в рулетку проиграл, мне два упало. И кольцо, сова, кстати, работает. Да, двигаюсь. Отлично. Какое кольцо? Я вот не скажу. Которое стоит деньги и дает, прибавляет шанс. Я понял. Турбо, я с этим кольцом 300 прокруток. Ни одного брюля, братан. Давай, что ты под босс? Ни одного. Ушел в рендж. На рендже будет стоять сова, царь, турбо. Ты на хп не забывай. Вот. И убивантус. Бузер и медвей под боссом. Дебаф сразу расходим. Особо что-то есть, нету? Чего? От лужи отходи. От зеленого говна на полу отходи, не стой в зеленой хуйне. Через середину пробегать нельзя. К боссу, к миликам нельзя подходить ни в коем случае. Этим четырем людям, ни убивантузу, ни трем РДД. Отчет. Понял. Захил, диспел, дебаф сразу. Я объяснил один раз. Ребята. Диспелим и не знаем проблем. Большого забери убивантус. Убиван кинул диспел. Большой в центре, забери. Щиток и там. Ну подбивать не был. Ой, то ты на хп крикнешь? А, крикнул. Большой, мили. Хорошо. Я стреляю, мы уже добьем скоро. Сколько он стаком там? Это не взорвет. Блин, я бы на хила вот этот забрал. Не, нету, а дробяк. Забирай. Спасибо. Блин, я чарить еще. Ай. Нет, на проф иди ничего. Чего ты боишься? Не бойся его никогда. Тру,
турбо открываешь? Открыл. Так, этот самый Убивантус, ты в кукле сидел? Да, да, со мной. Турбоблинк? Нет. Ты можешь гарантировать, что ты все сделаешь четко в кукле? Ну, гарантии дать не давать не буду, но всегда была норм. Ладно, будешь в реплике, я в танке. Какое отличие от обычных?